Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лена, мой ник на YouTube HelenLin1. В сегодняшнем видео я хочу вам показать мою покупку, которую я сделала в парфюмерном магазине L'Etoile. Мне эти продукты не присылали на обзор, я их купила сама. Я достала все продукты, которые я приобрела в магазине. И давайте начнем. Первое хочу я показать вам такую красивую упаковку. В этой упаковке находится 5 масок. Давайте я вам покажу все маски, которые были в этой коробке. Первая маска у меня пойдет маска грязевая для лица минерала Мертвого моря. Будет у меня белый шоколад, горячий шоколад, очищающий поры, маска сауна. Ванильная маска сауна. Это фруктовый коктейль малина и манго. Следующие 3 продукта, которые я приобрела в магазине, я их уже попробовала. Я сделаю обзор видео. Это очищающая маска пленка с огурцом. Вторая – это маска увлажняющая с ягодой годжи. Следующий идет нежный скраб. Идет он с розовым грейпфрутом. Последний продукт, который я приобрела в магазине, это теплый воск для депиляции лица с роликовым аппликатором. В следующем видео я тоже сделаю на него обзор, то есть я его уже попробовала. Мне еще в подарок дали журнал, это журнал от L'Etoile, он имеет такой объемный вариант. Здесь присутствует один пробник, который можно брызгать, сейчас вам покажу. Можно вынуть и положить в косметичку. И еще один пробник есть, но он не вынимается. Здесь только можно открыть для себя аромат и попробовать. Я вам немножко полистаю этот журнал. Мне его дали бесплатно, я его не покупала. Вот такие продукты я приобрела в магазине L'Etoile. Покажу еще в конце видео, где можно еще приобрести вот эти маски. Если кто захотел эти маски приобрести, они продаются не только в L'Etoile. В конце я дам ссылку и также покажу вам сайты, где можно их приобрести. Кстати, в L'Etoile они очень дорого стоят. Я, конечно, в этом плане немножко перестаралась с оплатой. Предоставляю вам чек, который я получила в L'Etoile, и можете посмотреть цену на каждый продукт.